Здравствуйте, меня зовут Екатерина Крапива. Я студентка первого курса СВИСАМ и основатель кондитерской Fitness Cake в городе Белгород. Изначально я пекла полезные торты дома. После окончания школы я решила переехать в небольшой цех и продолжить свое дело там, не поступая на высшее образование. Спустя полтора года самостоятельной работы в цеху я начала собирать команду кондитеров и бариста. И сейчас это пришло к тому, что у нас есть полноценное кафе в центре города. Конечно, было много трудностей и преодолений, но вопрос в том, как ты к ним относишься. Я отношусь к ним как к ценному опыту и стараюсь из каждой ситуации извлекать полезные знания. В какой-то момент я начала чувствовать, что как будто бы изобретаю велосипед. Опыта как такового ведения бизнеса у меня не было. Многие вещи были сделаны интуитивно. И я захотела получить систематичное упорядоченное знание от профессионала в своей сфере и выбрала СВИСАМ для этого. Я подала заявку на участие в конкурсе грантов, выполнила творческие задания и заняла второе место. Этот грант дал мне возможность как раз-таки здесь и обучаться. Я смогла улучшить свою коммуникацию с сотрудниками и доступнее и понятнее доносить до них свою обратную связь. И все это благодаря предмету английский для гостеприимства. Там мы много писали formal letters. И этот стиль общения, вежливый и понятный, я перенесла на свою работу. Программа первого курса сфокусирована на гостиничном деле. Конечно, я многое от него перенимаю в том числе, например, сервис. При этом я ожидаю второго года, потому что с него начинается как раз-таки ресторанная индустрия и вся информация по ней. Первостепенная моя цель — это открыть сеть кондитерских фитнес-кейк по России и по миру, надеюсь. Вот. Но сейчас мне бы хотелось открыть кондитерскую в Питере. Я вижу, что на полезное питание здесь есть спрос и не совсем достаточное количество заведений. Я думаю, что мы бы здесь нашли свою аудиторию. В СВИСАМ есть преподаватель Патрик Фаран. Он ведет как раз-таки предметы для ресторанной индустрии со второго курса, но мы с ним уже успели познакомиться. И он служит для меня таким наставником, который поддерживает меня в моих идеях, начинаниях здесь, в Петербурге, дает мне полезные контакты и советы, за что я ему очень благодарна. Я чувствую поддержку и уверенность в том, что здесь я смогу открыть свое дело.